Итак, выходим. Куда, чего? Так, наш номер 7102. Значит, мы идем в правильном направлении. Так. Ага. Электрический щит. Так. Куда? Вы удалились. Так, мы идем в противоположную сторону. И вот он, красавец. Во всей красе, во всей своей высоте и величии. Но это мы потом посмотрим, дорогие друзья. Сейчас мы хотим посмотреть наш номер. И что нас встречает здесь такого солидного вида? Сиупле, дорогие гости. Сиупле. Они что, по-русски вообще не понимают? Ага. Ты мне скажи. Сюда смотри. Те что, пятизвездочном отеле плохо было? В том? Централ-канале? Канал Централи? Ну. Ты зачем Гевору приперся, а? Ты зачем приперся в Гевору? Ну, обещал же людям, нехорошо женщин обманывать. Три месяца назад я им пообещал, что мы здесь будем обязательно жить. Ну, только и как же. Боже. Смотри на эту ручку. Ну что? Да у нас такая ручка. Кейлок. На малине. Digital Door Lock System. Дурлок, короче. Ой. Ну, добро пожаловать. Дорогие гости. Ой, пахнуло прохладой. Лишь бы камера не запотела. Так, нас встречает. Кто нас встречает? Так, шкафчик для обуви. И сумок. Так, закрываем на цепочку сразу. Опа. Это цепочка? Да, это цепочка. Так, do not, что у нас? Disturb. Нас не дистурбировать. Так. Это прихожая. Прихожая. Сколько порт включения энергии, по-русски юбильник. Угу. Так, ну начнем со шкафа, наверное, с прихожей. Так, это зона. А ну, подожди, я же должен проверить, он не работает. А ну тихо. Работает. Зараза, дверь тяжелая, похоже. Бронированная. Так, это звонок. Все. Так, ну, один. Прихожая, понятно, начинаем со шкафа. Ну, наверное. А ну, давай отсюда. А то отсюда. Сейчас что-то будет включаться, по-моему. Угу. Будет. Ох, бегущая дорожка включилась. Такая же опять. Нет, коротенькая. И там были более... она была более длинная и чаще были эти... светодиоды. Так, шикарные какие. Вешалки полированные. Так, одно очень... полотенце тут, одно там сказали. Так, вот такие сейчас. Ой, они какие-то шелковые. Шелковые, объемные, чтобы не попачкать рубашку. Так, что дальше? Гладильная доска. Непосредственно сам утюг. И утюг. Новый. Так, дальше. Коврик что? Для молитвы. А так, что? Развели. Это коврик нам молиться, будем молиться. Вот. Коврик для молитвы. Так, а мы молимся, кажется, другому Богу. Ну, коврик-то есть. Так. Главное, что коврик есть. Ковер самолет. Что у нас тут? Так, что тут у нас? Сейчас посмотрим, что нам дают. Ага. Эти нитки, иголки, пуговички, булавочки. Галантерея. Дальше что? Гевора. Все, Гевора, да? Гевора, как они говорят. Гевора. Все фирменные. Гевора. А, это губка для... Сделанная для спецзаказ. Гевора, да. Это губка для обуви. Смотри, покажи. Угу. Покажи. Все видели, да? Да. Здесь сейф, в котором лимон баксов был. Был или будет? Так, был и будет. Вот это что у нас такое? Такой мощный, не то, что ого, какой-то. Тяжелый. Угу. Так, видишь, он заблокирован. Угу. Оказывается, это фонарик. Нифига себе.
Зачем только нам фонарь? О, мы будем с собой ходить брать фонарик. На улице ж темно. В хозяйстве пригодится. Да. На улице темно. Ну, если что, а вы им можно и по башке дать. В случае непредвиденных ситуаций. Дальше у нас что? Подпись, отпечатки пальцев, какие-то акты. Это заказ прачечной, гладильной. And dry clean. Это для лаундри стирки одежды. Dry clean. Так, два мешка. Так, что у нас дальше? Закрываем. Выключаем. Нет, свет стал выключать. Ну что, зайдем в ванную? Ну уже да, по кругу, чтобы не возвращаться. Да. Ох. Прилично, приятно. Небольшая, но зато и ванна, и душ. Ну, как мы говорим, почти квадратный унитазка всегда. Мы выбираем без понтов, но с колонненько и со вкусом. Трехслойная шикарная бумага, ну, двойной спуск. А, вот твой халатик. Да, я же говорю. Еще раз обращаю вот внимание. Закручивает. Да. На талии. Это у них щеток нету для смытия унитаза. У них вот такие вот сальные краники. Так, что у нас здесь? Фирменное мыло. Гевор? Да, у них, Gevor? Видите, салфетки у них такие. Из холодильника. Пропитанные, что там, Шанель номер 5. Да. Да, запахи камера еще не передает. Боди-лосьон. Угу. Кто у нас тут? Wash. Wash and go. Так. Для волос что-то. Так. Это, я так понимаю, чепчики для головы. Угу. Гусак какой интересный. Какой гусак. Какой гусак. И здесь, да, такой кран у нас на машине стоит, да. Две штуки гривен. Да. Если больше, или больше. Дальше. Зеркало, так. С увеличением. Ой. С увеличением. Без Еще увеличения. Раз с увеличением. А что у меня с мордой-то? Что-то все время увеличивается. Ага. 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 Жрать надо меньше. Куда уж меньше, я вообще голодаю. Ага. И басни рассказывают, как депутаты. Так, в туалете телефон, конечно. Вот. Да, я у нас в туалете телефон. Так. Тут у нас еще полотенечки. Да, ну, конечно же, натяжная фигня для сушки белья. Полотенечко. Показывал. Полотенечко. Ванна. Так, что у нас? А, вон еще мыло валяется. Ох, какой мощный смеситель. Ого. Тут прям какой-то труба гранатомета, дорогие друзья. Муха один или два. Да. Молот, который... Так, тут уже гусак немножко другой, чем в том отеле. Он здесь более проще, зато... А вон там еще мыло, я возмущался, почему. Там какие-то кнопки непонятные, зато вот это что-то непонятное. Вон какие-то кнопки. Так, стекло, чтобы не брызгать. Нет. Пули непробиваемые. Пули непробиваемые, да. Так, все ясно. Выдержка. Пошли дальше. Халатик. Все на месте. Скромненько, но со вкусом. Золотые ручки, как всегда. О. Ну, отель-то золотой. Какая прелесть. Скромненько, но со вкусом. А ну, я что-то включил. Или что-то выключил. Ладно. Разберемся. Ну, по ходу дела. На входе картины. Так, это у нас... ты уверен, что она висит так, как нужно, а не вверх ногами? Попробуй перевесить и проверить. Ну, это модернистское искусство, так скажем. Ну что, друзья, приглашаю в свою обитель. Это мой дом. Угу. Мой дом, ваш дом. Тут так, какие-то конфетки. Конфеты. Конфетки Виркэмл. Кстати, могу сказать... Очень ненапряжный свет. Нет, с верблюдами. Не бьет в глаза. Много верблюдов. Почему это... какие-то зеленые эти вот. Зеленые фонари, не знаю, что это. Все так же кондиционер. Так, меняем. Ну, это управление кондиционером. Авто, низкий уровень, средний, максимальный. Температура желательно, температура помещения. Климат-контроль. Охлаждение, вентиляция, нагрев. Вот. Что, идем дальше. Вы видите, какое все солидное, какое оно внушает. Покажи пол какой. Пол, угу, плиточка. Ух ты, банная стоечка. Ну, здесь все причиндалы для питья. Так, что у нас? Маджестик. А что такое Маджестик? Какие маленькие. Это безалкогольный сахар. Так, чай желтый, черный, зеленый, кофе. Эрл Грей. Чашечка. Лайт.
Так, так, хорошо. Чашечка кофейная, чашечка. О, чайная. Пиво. Опа, кто пиво? Черниговская. Черниговская, украинская. Так, что у нас дальше? Барная стойка. Так, ну что, переходим к... Барную стойку показал? К кровати. Не, а, ну да. Барная стойка очень удобная. Так, сюда я привезу с дома, поставлю ноутбук. И буду здесь монтировать ролики для вас, дорогие зрители. Зачем ездить так далеко? Купишь здесь на месте, ладно, чтобы не ездить туда. Да не, просто я к нему привык, он мне дорог, как вам. Я его все равно заберу. Вам? Это мой друг, член семьи. Угу. Друзей в беде бросать нельзя. В беде. В беде. Так, это Кельвин Кляйн Духи. Так, номер у нас 7102. Джевора. А, все номера, как нам объяснили, кончающиеся на двойку. Так, а ты показал какой номер? В смысле? Ну, номер. 7102, дорогие друзья. 71 этаж. 71 этаж, 02 номер. 02 номер, это означает VIP номера. Угу. Выгнали французов отсюда ради нас. А что ты думаешь, мы так долго ждали? Угу. Их это выгоняли. Их уговаривали, чтобы они не устраивали скандал. Так, сказали, вот что вот приехали VIP-гости. Барные стульчики, видишь, ты их тягаешь, они даже не скрипят. Угу. Табуреточка, пуфик такой, табуреточка. Шкафчик. О, тут фен. Фенчик. Ого, фен какой здоровый. Хрена себе. Профессионал. Да им можно сдуть, кого хочешь. Сдуть? Да, посмотрите, какие у них вилочки. Покажи. Видишь? На три штырька. Традиционные, да, с заземлением. Свет. Для того, чтобы так защитить, да, человека от удара. Свет точечный. Вот. И свет обычный. Телефон для звонков любой страны мира. Так, это для пульта телевизора, записи, ручечка. Вот это наш штатив. Угу. Прикроватная тумбочка. Так, еще раз издаля барную стоечку во всей красе. Ой, так прохладно, комфортно. Ой, ну что, угу, пошли дальше. Так, здесь у нас кухня начинается. Да. Это называется студия, то есть кухня с этим, с спальней совмещенной. Но когда жаришь, тут такие вытяжки, что они вытягивают, тут ни одного запаха не будет. Так, тут у нас вогнегасник. Вогнегасник, да. Противопожарная безопасность и тут вообще безопасность интернеты, прежде всего. Да. Стаканчики, так, у нас, что тут у нас? Накрыты фирменными какими-то блинчиками. Подставочки, накрывашечки. Так, вилки, ложки, ножи, посуда, эти, как это тарелочки, маленькие тарелочки. С лямочками. А это сказали, короче. Аварийного цвета. Да, это набрасывать на источник огня. Если загорелся, дергаешь, выскакивает, угу, уже выскочил. Какая-то это тефлоновая фигня, не горючая, и гасит весь огонь. Угу. Не есть... погасился. Все, от греха подальше. Так, короче, вот здесь такая мойка. Глубочайшая, глубокая. Да. Вот такой гусак с таким. Здесь, кстати, более, ну, этот проточник стоит. Угу. Да. Так, что там у нас? А ну, вода есть, проверим, нет? Ну, и это на 71 этаже такой напор. Угу. И холодное, и горячее. Так, 70 прикинем на 3. Какая же у нас высота? Это 1,250 м. Не, не 3, здесь высота этажей гораздо больше, 4, 4,7, 280. То есть, дорогие друзья, мы где-то на высоте 300 метров. Ну, так я и прикидывал, что там такое, не включается, что ли? Не знаю, еще не разобрался, куда, что. Ладно, а то останется включенный, да, выключи. Не, все, я включаю, да. Так, Bosch электроплитка на 2 комфортки. Угу. Так, что, ну, вот здесь вот такие вот. С вентиляцией, подсветкой и... Ого! О, притягивает, блин! Всосало, что ли? Ну да. Хорошо, что там сетка, а так бы вообще там, ну, там, да, доставал из трубы. Угу. Так, что у нас здесь? Угу. Чипсы. Так, еще один какой-то шкафчик. Пока не знаю, что там, надо будет залезть, посмотреть. Просто шкафчик. Еще один шкаф для одежды. А я думал, для одежды. Угу. А это что у нас? Холодильник? Угу. Оазис, водичка, Джевора. Всякие напии, Red Bull. Что, алкоголя нет опять? А ну, что ладно, внизу? Тут какие-то чипсы,
какая-то. Ну, вот такой холодильник больше 2 метров высотой. Да. За нафига. Ну, везде обычно в фирменная водичка. Маленькие. Вот маленькие. В прошлом был маленький. Холодильнички. Да. Так, это здесь... что-то для масла или чего непонятно. Так. А здесь что? Подожди. Здесь так. Еще и морозильная камера. Киви. Апельсины. Сырокопченые.